понимаю, что вы пришли в Сибсан уже в осознанном возрасте. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно нашу школу, именно нашу программу? Да, вы абсолютно правы. Это был осознанный выбор. И в тот момент у меня завершилась карьера управленческая, скажем так. Я 10 лет проработала в Первом медицинском университете, занималась организацией здравоохранения. И как раз вот в тот момент, когда я приняла решение получить дополнительное образование, у меня был свой собственный бизнес, салон красоты, который функционировал к тому моменту около года. И это было, ну, можно сказать, предприятие сферы услуг. Поэтому я понимала, что для того, чтобы сделать свой бизнес успешным, свой проект, мне необходимо какое-то уникальное образование именно из сферы услуг. Я, мечтая о расширении своего взаимодействия с этой сферой услуг, потому что я думала о гостинице, в том числе и соединении гостиниц, медицины, там, той же красоты. В общем, я выбрала ваш университет. Какие знания и навыки, полученные в Сибсане, помогли вам в реализации своего бизнеса? Могу сказать, что я получила очень большое удовольствие от того формата, в котором проходило обучение. Это действительно новый, современный, очень прогрессивный формат. И одно из ценных преимуществ, которое дал мне этот формат обучения, это непосредственное общение с практиками, потому что все лекции читали люди, которые имеют большой опыт именно в этой сфере гостеприимства и в сфере сервиса. И потому что теория – это здорово, и масса, в общем, теоретических знаний, но для меня важно, и вообще я в своем личном опыте всегда опираюсь на теорию, но с другой стороны считаю, что личный опыт и конкретные уже практические кейсы, которые известны и которые работают, это очень ценно дополняет любой бизнес и вообще понимание той ситуации, где ты находишься. Есть ли какое-то колоссальное отличие нашей бизнес-школы от других учебных заведений? Ну, для меня это, конечно, было обучение на английском языке. Это тоже было интересно и полезно, скажем так. Да? И мне действительно приятно осознавать, что я смогла это сделать, потому что английский язык я изучаю всю жизнь, но я не заканчивала английскую школу и там не училась за границей, как сейчас многие дети могут себе позволить. Обучение практиками и людьми, которые работают и понимают реальную ситуацию. Ну, плюс, конечно, замечательная среда, замечательная атмосфера, то есть стирание вот границ абсолютных между студентами и преподавателями и общение на равных, я бы так сказала. Да? То есть вот этот формат, он очень мне понравился, и я действительно с большим удовольствием вспоминаю тот период и могу сказать, что было очень интересно учиться. И поскольку это было, как вы правильно сказали, в осознанном возрасте и осознанно принятое решение, конечно, это расширило мои, там, как модно сейчас говорить, нейронные связи, открыло для меня новые возможности. Я с удовольствием всегда об этом говорю,